5 марта 2020 года, накануне главного праздника весны, сотрудники Белпочты в выделенных отделениях почтовой связи столицы и областных районных центров провели акцию «Весенний комплимент». В этот день их клиенты смогли купить яркие, по-настоящему весенние почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин и поздравить теплыми словами с праздником. Рубелпочта проводит символическую акцию под названием «Весенний комплимент», в рамках которой каждый желающий может приобрести почтовые карточки, а также открытки в конвертах и подписать их в адрес любимых женщин, мам, бабушек, девушек, либо жен. А сотрудники Белпочты бесплатно доставят по всей Республике Беларусь. Акция пользовалась успехом как среди женщин, так и среди мужчин. Одним из тех, кто принял участие в праздничной акции, Сергей Скадорова, который не так давно приехал в город над Бугом из Молодечно. Молодой человек не упустил возможность отправить маме открытку, которая еще долго будет напоминать о радостных моментах праздника. Приятно всегда сделать маме, либо же своей жене, девушке. Это всегда приятно все-таки для любимого человека. Поэтому думаю, что эта акция все-таки нужная. В рамках мероприятия специалисты также напомнили клиентам о правильном адресовании почтовых отправлений, рассказали о возможности приобретения подарков в интернет-магазинах Белпочты, а также о доставке выбранных товаров курьером на дом адресату. «Весенний комплимент» – эта акция проводится в Бресте уже не первый год, но продолжение следует. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.